До завершения переговоров по новому контракту с «Газпромом» действующий продлен на месяц. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Он отметил, что в сентябре средняя цена на бирже NCG в Германии составляет 790 долларов за 1000 кубометров. Именно по такой цене «Молдовагаз» будет получать газ из России в октябре. Независимо от подписанных контрактов, цены в счетах не изменятся для потребителей. Мы поговорили и с «Газпромом». Правительство не допустит, чтобы рыночная аномалия повлияла на бюджет граждан. Гарантируем, что будем держать цены под контролем. Мы найдем решение, чтобы не вносить никаких изменений в счета людей. Вместе мы переживем этот непростой период, который мы не заслужили, но который нам предстоит пережить. По словам министра, на следующей неделе он и представители «Молдовагаз» отправятся в Санкт-Петербург на международный газовый форум, где продолжат переговоры с представителями «Газпрома».